Нас накормили замечательной рыбы, я не знаю, не хочу как-то гитару попортить. Микрофон-то ладно, можно поменять, а это потом еще жить с ней. Я понимаю, что вот у меня жена говорит, как рыбы воняют. Я же знаю, что она пахнет. Они воняют. Ну, поэтому я немножко лучше стихов. Дело в том, что вот это вот посвящение, которое я, как правило, пишу, когда себе пишу, пишу всем лучшим своим друзьям. Вот это эпитафия, которую я хотел бы видеть у всех моих товарищей в могиле. Приятно, как в детстве, с улыбкой сладкой, проснуться с утра на девятом десятке. И шустрый, как веник, как жучка счастливая, устроить пробежку за утренним пивом. И старая дочь со стареющей внучкой, которую зову я могучую кучкой, недобро взглянут на меня сукоризны, как смотрят враги на родную отчизну. А может, иная ведет перспектива, и кто-то другой будет пить мое пиво, а я буду спать под могильной кучкой, оплаканной дочкой, внучкой и жучкой. Все вот это небольшое выступление оно будет посвящено как раз вот второй половине, которая обеспечила нас присутствием Лёни. Пускай, не знаю, неэффективно или эффективно, без разницы нам, но в Москве. Я помню, когда вот на том же самом фестивале мы себя вели плохо, эта вторая половина говорила, уедешь в свою странную Казань. И половина вела себя хорошо. Кстати, почему, я думаю, закрыли завод-то? И когда мы уезжали, Лёня на дверях завода написал такую фразу, люблю тебя, кипротворение. Вот я помню. Долго смотрели, они, для них, они знающие все русский язык, не могли понять, что это было, наругательство или что такое, потому что так не пишут у нас. Вот, и поэтому я вот такое, опять же, от себя же посвящаю все твоей жене, например. Вот такое посвящение, как Лёня бы написал жене, если бы был женат на моей. Я памятник собственному раздолбайству. Живу себе в сласть, не переживаю. Жена на работе, я по хозяйству. Она на заводе, а я вышиваю. То крестиком я вышиваю, то гладью, покуда она на станке точит байки. Я после готовлю, стираю и гладью. Воды в рот набрав, гладю шторы и майки. А вечером ужин по третьему разу я грею на кухне пустой, сиротливый. Жду, не дождусь, когда же эта зараза вернется домой после кружечки пива. Ведь видишь, и стресс надо снять после смены. Травя про свекровь нехорошие байки. А мне изнывают подлые измены, воды в рот набрав, гладит шторы и майки. Когда же на ночью за дверью скребется в замочную скважину, не попадая. О, Господи, дай мне терпение горца все вытерпеть это в кастрюльку рыдая. И фартуком горькие слезы утерши, счастливым умело прикинувшись мужем, спросить, как работа и что там у тещи. Услышал ответ, что за гадость на ужин. Супруга храпит у стены, как от тела. Поглажены майки и прибрана хата, обнявши жены. Необъятное тело, безусловно, памятник матриархата. Переходя, я почему еще сегодня не написал? Потому что сегодня очень много народу, которые еще, так сказать, находятся не в кондиции, чтобы прощать. Вот, потому что я помню то 60-летие, на которое, если бы не проходил вот здесь, при, как сказать, при любящей публике, а тогда исполнилось 60 лет нашему дорогому товарищу Игорю Иртеневу. И там любящая публика состояла из каждого из таких подлецов, как ваш покорный слуга, который хотел бы вот, посильнее бы как-нибудь вот так вот ущипнуть юбиляра. Губерман сразу там начал такой, поднял планку из посвящений. Он написал, Альцгеймер близится, а Нобеля все нет. Все потихоньку все нарастал. И тут я приехал из Америки. Привезя, значит, на 60 лет ему часы, которые идут в обратную сторону. Ну что, здесь пора уже. Хватит, так у меня с таким старых хватит, да? Вот, в хорошем смысле. И выхожу и значит, читаю посвящение вот этим часам и моему хорошему приятелю Игорю Иртеневу. Звучит это так. Вот почему я, вот, знаешь, если бы сейчас здесь прочитал бы, я не уверен, что я до дома дошел. А мне просто идут в Америку. Вот Игорёка 60. Но ни размер, ни вес, ни талия. Уже все чаще гениталии кильки ходиков висят. Все чаще хмурится жена с утра неудовлетворенная, зрит мысли потаенные, а нахуй черт она нужна? Когда, пардон, такой расклад, чему здесь женские угрюмости, лишь горесть по усопшей юности, кабы вернуть ее назад? Ну и печалься, Игорек, ведь дорогой дружок, твой Мишка машину времени под мышкой тебе в подарок приволок. Сощурив ленинские глаза, ты гирьки положи на трудности, пусть время катится назад, а ты вперед к усопшей юности. И завершая маленький тост, вот, понимаю, у нас почти похоже на комсомольскую свадьбу безалкогольную, поэтому как-то хотя бы первый тост вот я хотел бы
за юбиляра, вот, чтобы он прозвучал приблизительно так. Давай мы же с детьми отправим в Сочи, и чокаясь хрустальный колокольчик, мы будем молча петь и улыбаться, как два глухонемые иностранца. Мы продадим еврею-букинисту какого-нибудь Маркса или Смита, и купим трехлитровую канистру чистейшего этилового спирта. Будем пить за вечер и за утро, за холостых, женатых, разведенных, за всех из нетто перешедших в брутто. Мы молча будем петь неразведенных, чтобы уснуть за рюмкой на рассвете под шум гудков рабочего квартала и сны, как есть настолько детям, укроют нас табачным одеялом. Будем спать, упав на бутерброды, с дурацкими улыбками на лицах. И дай нам Бог проспать плохие годы и лучше проснувшись похмелиться.